Там не дураки играют. Оп. Всем убиваем сразу, они сейчас вернутся обратно к нам. Они уже возвращаются, собственно. Там убито. Хакаем. Возвращается много-много пехот, возвращается, ребят. Как захваты все происходят. Ну а циклика в толпа. Они выпрыгнули около Джизи. Много человек спустилось. Да, это палат. Так, маяк. Я французский. Да, успеть. Маяк убит. Хитрец сзади. Очень много здания. Хитрец за тобой, пехота. О, ушел. Сейчас стоит не включить фраз, и сразу что-то веселое происходит. Ладно, починить тебя, кстати, за это. Ну, давай, жди. Сейчас возьму инженера. Инженер, осторожно. Заодно гал починю. Странно, люди еще где-то бегают, фиг знает. Тут стреляет еще до сих пор. Выглядит столько. Потом обратно дал садился. Слишком жирная цель пехота на самом деле, поэтому. Так, теперь я их понял. Включим мотоциклов. Они бьют по всем точкам, сразу. Ну по всем, да, ну как, вместе ехали все. Нам менять гексы нужно. Да, да. Срочно лететь. К8. Зачем К8? Блин, да. Зачем? Не читаю, не надо. Зачем нам взорвать соединение, скажи? Ресурсы пусть капают. Блин, мы там не там учим соединять. У нас здесь будут ванны, будут нас варгейт держать все стороны, и обхватит его вообще. Мало отхватит и все. Вот все, что будет, если мы будем там пытаться. Нет, бесполезно. Ну хрен с ним. А зачем взорванка, где такой СТР, за чтобы нас ванну варгейты держали? И мы, а мы, ну, будем зато на взорванке сидеть, вот здорово. А чё, мы летим, не летим, чё происходит? Так, тихо, летим, летим. Все сели, полетели, всё. А что так было? Конечно, чего там бегаете? Летим куда-то. Хватим все гексы по... Блин. Мышку так они